Питомцы Саранского зоопарка особенно радуются осени, потому что получают от гостей вкусные и полезные подарки. Каждый год неравнодушные дачники в рамках акции «Добрый урожай» несут сюда свежевыращенные дары осени. Грызуны, дикобразы и парнокопытные животные едят в основном овощи, поэтому здесь рады моркови, огурцам, капусте, кабачкам и тыкве. Помимо этого, овощи идут в рационе у многих птиц, в том числе и водоплавающих птиц, например, куринообразных птиц, это павлины, это фазаны. В этом случае овощи измельчаются, да, то есть мелко на терке, и затем раздаются птицам. Даже хищники ждут от добрых посетителей осенние лакомства. Но перед тем, как они попадут в вольеры к животным, все принесенные угощения тщательно осматривают. Специалисты зоопарка заранее предупреждают, что фрукты и овощи должны быть свежими, целыми и без плесени. Когда, то есть, люди приносят, мы, конечно же, спрашиваем, да, происхождение, в общем-то, этих овощей, да, то есть, где это все было выращено. И, конечно, визуально мы их осматриваем. Мы принимаем цельные овощи для того, чтобы, ну, убедиться в том, что они достаточно, как бы, хорошего качества для раздачи животным. Ну и, конечно, без подгнивших каких-то участков, да, плесени. Иногда люди бывают приносят, например, очистки от овощей. Ну, такое нам, конечно, нежелательно. Постояльцы зоопарка каждый день готовят вкусные блюда с сезонными овощами и фруктами. Такая еда является источником витаминов и микроэлементов для животных. Поэтому урожай, который в погреб уже не вмещается, несите в Саранский зоопарк. Здесь его съедят с удовольствием. Обычно достаточно много людей приносит. Ну, как правило, каждая, да, то есть семья или там человек приносит несколько пакетов, там, например, излишку своего урожая. Поделиться всякими вкусностями со своих огородов можно до конца сентября. Угощения принимают на кассе зоопарка. Анастасия Суркова, Евгений Фролкин. Наши новости.